Аз слышам. Напрей, значит вперед. Я скажу истим, это значит иди. Хоч. Тръгвам. Ми пришли, чтобы с вами вместе 50-то летие Октябрьской революции так над Кленину. Товарищ начальник международного сбора, лагерь построен на утренней линейке. Здравствуйте, товарищи! Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Наиболее интересно это было две ленина. Один крок напрут, два встеч. Ну, за что, что для меня то есть как такая, такая правда, которая в жизни завше повторяется. Мы знаем Сёда Ленин. У нас он очень ближе так чувствует, как советские люди, так и мы, болгари, относимся к имени Ленина. Все, что Ленин писал и говорил, все важно, все нам как от сердца. И у нас Ленин очень знакомый, наш уместный водитель. Статный парень, товарищ мой, он приехал издалека, из страны, где тепло зимой, и другая шумит река. И заснуть бы нам всем пора, но хороший пошел разговор, и сидят у костра семь стран у подножья Памирских гор. Переводчик не нужен нам, мы поймем друг друга без слов. Снег и ветер, все пополам, пополам, мороз и тепло. И твои, товарищ, бои оставляют меня без сна. Государства у нас свои, революция в нас одна. Мы идем по крутым снегам, и метет, понимаешь, метет, упирается в грудь по ругам, на щеках намерзает лед, но сгибает спину гора, и крутой восходит маршрут, поднимаются вверх семь стран, вместе к Ленину все идут. Позвольте мне вручить очередные жетоны за восхождение на пик Ленина. Жетоном номер 505 награждается товарищ Балашов Александр Михайлович. Поздравляю. Спасибо. Таким образом, очередной жетон 508 будет вручен следующему, кто поднимется на пик Ленина. Хорошая дружба альпинистов из всех стран
и мы чувствуем, как дома. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Гена, что бы ты хотел пожелать слушателям вот с вершины пика Ленина? Прием. Что хотел бы пожелать, да? Покорять свои вершины. Каждому человеку в своей жизни надо что-то покорить, чтобы поверить в свои силы. Вот вроде и все. Я сейчас, наверное, выйду из эфира опять, а то у меня аккумуляторы, боюсь, сядут. Как поняли, прием, прием. Поняли, Гена. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы.